Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на «Возрождение сегодня». Рад, что вы смотрите нас, потому что вас ждет прекрасный разговор. Я говорю это каждую неделю, но сегодня у меня в гостях два просто невероятных человека. Мы поговорим с ними об армии и о том, как быть верующим в армии. Это члены нашей команды, которые совсем недавно вернулись из армии, и они расскажут нам о своем армейском опыте, о трудностях и вызовах, а потом они подскажут нам, как лучше молиться за верующих в армии и за всех солдат в целом. Хочу представить вам моих гостей. Это Сара Зингерман и Рафаэль Меда. Как я уже говорил, я очень люблю вас, ребята, а вы оба служите в прославлении и занимаетесь молодежью. А вы действительно горите Господом, и я рад служить рядом с вами. Добро пожаловать. Спасибо за то, что пришли сегодня. Итак, вы оба переехали в Израиль в подростковом возрасте. Расскажите нам, как это было. Пожалуй, начнем с тебя, Сара. Ты однажды приехала из Америки. Скажи, какими были твои впечатления, когда ты иммигрировала сюда? Ты ведь приехала со своими родителями, да? Как вы уже сказали, мне было 14, когда мы переехали в Израиль. Это очень важный возраст, когда человек начинает постигать, кто он. Все было совсем не так, как я ожидала. Я даже представить не могла, какой будет моя жизнь в новой стране с новым языком и новой культурой. До этого я была на домашнем обучении, а тут впервые пошла в государственную школу. В том регионе, куда мы переехали, никто не говорил на английском. Поэтому мы были вынуждены быстро учить иврит. Вначале было очень много эмоций, потому что я очень хотела переехать сюда. Я всегда знала, что призвана жить в Израиле, говорить на иврите и служить моему народу. Я всегда чувствовала, что нужна этой стране. Но через несколько дней восторг начал испаряться. В первый день в школе меня знали все, все были очень рады, все хотели увидеть меня и поговорить, а потом они поняли, что я не могу с ними говорить. И спустя несколько дней все оставили меня в покое. И я была очень одинока. Я не могла общаться, а значит у меня не было друзей. Я даже не знала, как присоединиться к одной из компаний, которые были в школе. Знаете, это был очень непростой момент. В тот год мне приходилось много полагаться на Господа. Было много молитв и много слез. Но в то же время наша семья стала еще крепче, потому что родители помогали нам, детям, проходить этот нелегкий период. Мы были сплоченными, мы все проходили вместе. Это хорошо. Рафаэль, у тебя, наверное, был похожий опыт. Вопрос к вам обоим. Кто-то из вас бывал в Израиле до того, как ваша семья совершила алию? Нет. Для вас обоих это был первый приезд в новую страну. Я дважды бывала здесь до переезда. Ясно. А кто-то из вас думал, что в Израиле повсюду ходят верблюды, а люди носят старинные одежды? Я как раз хотел это сказать. Мой опыт немного отличается от Саринова. Мне было всего восемь, и мне это далось довольно легко. Вначале я думал, что Израиль — это верблюды и пирамиды и вокруг пустыни. Я с нетерпением ждал переезда, а когда мы переехали, мы стали жить в Кибуце. Там очень красивая природа, и там ты по-настоящему свободен. Поэтому мне было очень легко. Я был в восторге, мы жили в маленьком домике, и, как ты сказала, это время сплотило нашу семью. Наша семья стала крепче, особенно в первые четыре года. Я был ребенком, поэтому мне было легко. Я выучил иврит. Вначале я мало что понимал. Но не замечал этого, и для меня просто все было хорошо. Я не видел никаких недостатков. Мне было очень приятно и вольготно. Перед тем, как перейти к разговору о вашем времени в армии, я бы хотел обратиться к нашим зрителям. Обязательно поделитесь этим видео, потому что то, что они будут говорить дальше, будет очень важным. Поэтому не забудьте поделиться этим видео, а также оставить комментарии ниже. Расскажите, как, по вашему мнению, нужно молиться за солдат. Сара, снова... Начнем с тебя. Тебе исполнилось 18 и тебя забрали в армию. Расскажи теперь об этом. Это был совершенно новый опыт для меня и моей семьи. Мы не знали, какой будет армия, поэтому я пришла неподготовленной, но до этого я бывала на конференциях, где верующих учили, как вести себя в армии. Я отнеслась к этому как к игре. Вы входите в новый мир, где на вас постоянно орут, а вам нужно бегать, падать в грязь и делать другие безумные вещи. Если вы правильно играете свою роль, то это будет для вас наслаждением. Я наслаждалась каждым днем в тренировочном лагере, несмотря на все трудности, крики и слезы вокруг. Думаю, моя радость там была просто сверхъестественной. А после тренировочного лагеря тебя отправили в какое-то конкретное место. И как там было? Я попала в группу пресс-секретаря. Она занимается передачей в СМИ всех новостей об израильской армии статьи, интервью и так далее. Это очень сложное поле боя, потому что вы работаете с людьми, которые обычно против всего, что вы приносите, и не хотят это слышать, даже если это правда. А затем они переписывают это своими словами. Это очень непросто. Любопытно. Рафаэль, а каким был твой опыт в тренировочном лагере? И в какое подразделение попал ты? Я попал в артиллерию, у нас было 8 месяцев подготовки. Было очень сложно, но это было прекрасное время для того, чтобы завести друзей. Нам говорили, что только этих людей мы будем видеть все это время. С ними мы будем и на войне. Я до сих пор дружу с ребятами из учебки. Мне было очень интересно. Было непросто, потому что мы долгое время не были дома, но у нас было то, чего не хватало на гражданке. У нас была настоящая сплоченность. Было тяжело, не так, как дома, но было хорошо и интересно. Вы оба все время службы ходили с автоматами, ведь так? Да, но это был не автомат, а М-16 всего лишь винтовка. Для меня это автомат. А ты тоже носила оружие, да? Да, в тренировочном лагере, а потом в охране. Как это постоянно носить с собой оружие? Поделитесь, пожалуйста, этим. Это очень странно, потому что мы мыслим как иностранцы. Мы израильтяне, но наше мышление. Иногда я думал, как бразилец. Ого. Я иду домой с оружием. Как-то это не по закону. Я клал его под подушку. Было очень странно. А еще и непривычно. Но если думать как еврей, то это вполне обычное дело. К этому тут все привыкли. Интересно. Расскажите также первый позитивный опыт из вашей армии и первый сложный или негативный опыт. Мой самый позитивный момент был во время подготовки к должности пресс-секретаря. Нам нужно было подготовить пятиминутную лекцию или урок и рассказать ее перед всеми. Это должно было исходить из сердца, может о хобби или детстве. Я не знала, о чем говорить, но пообщавшись с друзьями из тренировочного лагеря, я поняла, что мне нужно рассказать о своей вере. Друзья сказали, что вера ⁇ это большая часть моей жизни, и людям нужно больше узнать об этом. Я подумала, если неверующие друзья говорят мне об этом, то, наверное, это от Господа. Как только я встала перед классом, я почувствовала присутствие Святого Духа. Я этого не ожидала, потому что это было вне церкви и не среди верующих. Но я почувствовала Дух Святой. Бог дал мне благодать рассказать об этом всему курсу, а это 60 солдат, плюс командиры и офицеры, около 70 человек. После моих пяти минут начались вопросы, которые поднимались снова и снова. Люди были более открытыми, чем я ожидала. В итоге офицеру пришлось сказать, заканчивайте с вопросами, зададите их позже, нам нужно продолжать. Ух ты, я слышал эту историю от других людей, но с тех пор я даже не могу сосчитать, у скольких солдат были подобные ситуации. У них тоже возникала возможность рассказать о своей вере в Иешуа перед многими людьми, перед своими сослуживцами. Так что Евангелие понемногу распространяется в армии, и это не может не радовать. Рафаэль, а какой позитивный момент был у тебя? Расскажи. Забавно. Потому что я хотел рассказать такую же историю. В последний год службы офицер попросил меня дать лекцию молодым солдатам о моей вере. Мне даже не нужно было выбирать. Он сам сказал мне рассказать им о своей вере мне дали не пять, как обычно это дают всем, а целых 20 минут. И хорошо то, что я был в команде религиозных евреев. Это называется националистический иудаизм. Ну или как-то так, что-то в этом роде. Лекция продолжалась 40 минут, потому что они многое узнали о Библии, и у них возникло множество вопросов. Перед этим, ну, я, конечно же, молился, чтобы Бог дал мне мудрость отвечать на их вопросы и делать это правильно. Бог помог мне, и я даже подарил одному из них Новый Завет. Это было восхитительно. Я чувствовал себя там настоящим проповедником. Ух ты, очень вдохновляет. Сара, расскажи об одном из дней или моментов, которые были очень сложными для вас. Знаете, самым сложным был момент окончания подготовки, когда вас определяют, где вы будете служить до конца службы. Я чувствовала призвание в определенную сферу. Я прошла интервью и было ясно, что я попаду именно туда. Но когда я пришла в штаб, мне сказали, что я отправлюсь в совершенно другое место, о котором я даже не думала. Это был худший штаб, в который я только могла попасть. Никто не хотел попадать туда, и в тот момент мне было особенно сложно доверять Богу. «Господь, зачем ты дал мне это обещание?» а потом меня бросили в другое место. У меня было очень много вопросов Господу, и я их задавала Ему. Кажется, с твоим братом тоже случилось нечто подобное. Да. Это не просто. Рафаэль, а у тебя? Думаю, у меня похожий случай. В артиллерии мы всегда с одной и той же командой. Всю службу. Но меня почему-то посчитали особенным. Не знаю почему. Мы тоже считаем тебя особенным. Спасибо. Меня перевели в другую команду, в другом подразделении. Поначалу мне было очень сложно, потому что в тренировочном лагере формируются крепкие отношения с людьми. С которыми ты хочешь общаться всю свою жизнь. Другая команда была немного другой, соответственно. Но, как я уже и говорил, они были религиозными. Я понял, что это было Божие призвание для меня. Но на осознание этого факта мне понадобилось время. И мне было очень сложно. С одной стороны, я знал, во что я верю, а с другой стороны, нужно было как-то договариваться. Сара, расскажи нам о моральных устоях в еврейской армии. Это было тяжелое лето, неспокойное время в Газе, давление на границе Израиля. А в армии солдаты все время в боевой готовности. Там некогда скучать. Мировые СМИ следят за каждым их шагом и говорят о них много ну, прямо скажем, гадостей. Хотя я понимаю, что солдаты хотят защитить наш народ. Расскажите об этом немного. Каким вы видите уровень морали в израильской армии и ее солдатах, и как поддерживать этот должный уровень морали? Я думаю, что, вне всяких сомнений, израильская армия — это одна из самых высокоморальных армий в мире. Там невероятный уровень порядочности и ценности человеческой жизни. Солдаты научены охранять нас, и они делают это, несмотря на все давление. Хотя множество солдат очень юны, всего 18, 20, 22 года, но такое отношение сохраняется на уровне ДНК во всей работе армии. Они понимают, что человеческая жизнь выше всего. Например, одни из самых важных моральных ценностей армии ⁇ это человеческая жизнь порядочности и братство. Мы всегда сражаемся за нашу страну и защищаем наш народ, но мы также уважаем другую сторону, как людей, у которых своя жизнь. Например, в 2014 году армия проводила операцию по защите населения в Газе. Мы приехали в Газу, чтобы расчистить туннели, которые проходили под границей и шли в разные города и села в Израиле. Через них террористы проникали в дома. Они могли возникнуть просто из-под земли, и мы отправились в газу, чтобы расчистить эти тоннели от террористов. Это серьезная работа. Перед началом операции самолет наших вооруженных сил разбросал повсюду листовки на арабском языке, а в них мы призывали людей убираться оттуда, потому что в такой-то день мы придем, мы заранее всех предупредили, не знаю ни одной армии в мире, которая делала бы нечто подобное. Да, это невероятно. Рафаэль, поделись своим мнением. Я знаю об этой непростой ситуации. Вы защищаете свой народ? и вам приходится защищаться от арабов. Какое отношение солдат к арабам и другим народам, выступающим против Израиля? Ты видишь какую-то ожесточенность или ненависть? Это очень сложно, потому что у нас есть друзья арабы. Иногда в армии возникает мнение, что все арабы плохие, потому что солдаты всегда окружены плохими арабами. Нужно много терпения, чтобы остановиться, и подумать о том, что не все арабы плохие. Это обычное мнение. Человек где-то обжегся, и вот он думает о том, что все люди этой национальности такие же плохие. А я в армии начал молиться за арабов. Это было непросто, но это был очень важный шаг в моей жизни. Мне было сложно. Но я пытался молиться за спасение арабов. Но это действительно сложно. Но плоды, хочу я вам сказать, действительно были. Ух ты! Перед тем, как Сара и Рафаэль расскажут нам о том, в каких именно молитвах нуждаются солдаты израильской армии, я прошу вас поделиться этим видео. Также хочу напомнить, что программа «Возрождение сегодня» является партнером служений Возрождение Израиля и Тикун Интернешнл. У нас также есть еженедельный информационный бюллетень, который мы рассылаем каждую неделю. Он переведен на разные языки мира. Если вы еще не получаете его, то можете подписаться на рассылку на нашем веб-сайте. Там вы также найдете проповеди и видео. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам, молитвенным просьбам и тому, что вы расскажете о себе, поделитесь вашей личной историей. Итак, ребята, ладно, расскажите, в каких молитвах нуждается израильская армия. Ну, во-первых, нужно молиться за верующих солдат. Как сказала Сара, там мы чувствуем одиночество потому что нас не окружают другие верующие. Мы как бы вырваны из своей среды. Думаю, это один из самых важных моментов. Ведь так? Да, чтобы Бог окружал их своим присутствием. Иногда все мы проходим пустыню, когда не слышим голос Божий. Мы сомневаемся в Его верности. Где ты, Бог? Почему я не вижу Тебя? Это особенно сложно, когда вы вдали от других верующих, которые могли бы поддержать или подбодрить вас. Поэтому молитесь за духовное ободрение и назидание всех солдат. Это очень и очень важно для всей армии Израиля. Есть еще что-то? Да, молитесь также за их физическую защиту. Наши солдаты участвуют в урбанистической войне. Она самая сложная, потому что не знаешь, за какой дверью может скрываться твой враг. Много сложностей. Как мы уже говорили, СМИ могут раздуть из мухи слона, не показывая при этом другую сторону. Поэтому, да, конечно, наши солдаты нуждаются в молитве и защите а также за их души. После армии многие меняются. Они получают психологические травмы, от которых сложно избавиться. Так просто эти сны потом не уходят. Они обращаются к психологам и другим специалистам, но те просто не понимают, что на самом деле им нужен Иисус. Иногда нужно ожесточить свое сердце до определенного уровня, чтобы пройти этот период. Поэтому нужно молиться за сохранение этой нежности внутри. Хорошо подмечено. Я служу многим молодым людям. Некоторые из них сейчас в армии, и я часто получаю от них СМС о том, сколько у них было бессонных ночей, какие тяжелые у них тренировки, у них мало энергии, мало сна. Но при этом они проходят по 30 километров с рюкзаками на спине. Грязь, окопы, армейская еда. Я думаю, как они справляются со всем этим? Это же так сложно. Можно также добавить молитву за то, чтобы Евангелия продолжала распространяться среди солдат. Это прекрасная возможность. Мне кажется, когда люди под давлением, когда чувствуют одиночество, разного рода боль, тогда им проще открыться к принятию Бога в свою жизнь. Поэтому, Сара, я прошу вас, поведите нас в молитве за этих солдат. Да, конечно. Отец, спасибо за то, что ты никогда не спишь и не дремлешь. Ты хранишь и защищаешь Израиль и каждую из наших стран. Мы приносим Тебе каждого солдата, который посвятил жизнь тому, чтобы защищать нас, наполни их Своим Святым Духом. Если они не знают тебя, открой их глаза, чтобы они увидели мессию и надежду, которую Ты предлагаешь, чтобы они не покинули этот мир без Тебя и не упустили возможность быть светом для народов. Пусть твой свет сияет даже в темноте, Господь, чтобы солдаты приносили свет Евангелия даже в арабские деревни, повсюду, где они бывают. Господь, я прошу Тебя, храни их сердца мягкими пред Тобой в состоянии поклонения только Тебе, Господь. Пожалуйста, Бог, окружи их своей любовью и стань другом, который ближе, чем брат, мы молимся о силе и ободрении для всех, чтобы они увидели, что ты верный Бог. И я верю, Господь, что ты сохранишь их до конца, каждое их сердце. Мы молились во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Спасибо, ребята. Мы здорово поболтали сегодня. А вам спасибо за то, что смотрели нас. Мы очень рады тому, что вы были с нами сегодня. До встречи через неделю, не забывайте писать нам.